Ну что, бойцы, всем привет, добро пожаловать, это у нас Call of Duty Mobile, мы продолжаем играть, естественно же продолжаем, что же нам остается делать? Сундучок нам выпал какой-то интересный синий сундук, что это? Чего это такое? Ноль получить, получить ноль кредит, возврат будет стоить ноль, чё, какой возврат, блядь? Я не успел зайти, уже что-то получаю, что-то возвращаю, это нормально. Это хорошо. Значит, в той серии, если ты помнишь, что у нас было... Проблема, у нас была такой фиаско, то есть мы проигрывали, все катки были проигрышны, потому что люди, подписчики, зрители приглашали меня, получается, у них левел высокий, у меня левел маленький, там 26-й, допустим, 30-й у них, у меня был 10-й, вот написано, 10-й левел, и вследствие чего, конечно же, там ребята более прокачанные, шаренные, и мы все время сливались, поэтому сейчас попробуем в Battle Royale поиграть. Попробуем собрать туда команду и там затащить, куча промо-акций, видно, что... Заточен. Игра хорошая, не спорю. Но очень сильный идет акцент именно на донат. Вступи туда, заплати за пропуск сезонный, заплати за это, заплати за то. Ладно, блогер может себе что-то там позволить купить, если у него получается. Но обычный, допустим, школьник, студент, вряд ли будет тратить большие колоссальные суммы сюда. У нас, кстати, 1000 коинов есть. Неплохо, неплохо. Так, у нас комплекты. Я что-то давно не заходил. Игра, в принципе, находится, как и PUBG, как и Fortnite, она в топе, это хорошо, это прекрасно, что есть конкуренция, конкуренция порождает прогресс. А боевой ящик, давай откроем его. Даже интересно, что же нам там выпадет-то? Кредиты 50, зашибись, бля. Это я люблю, хорошо. Раз в каточках быстрых не получается, зомби-режима у нас пока нет, поэтому давай смотреть, а что у нас по королевской битве. Что здесь? Оповещение об изменении имени. В смысле, блядь? Какого имени? Ты чё? А, это не моё, это ваш друг Фишер сменил своё имя на ёжик 38 Рус. Я думал, это моё имя поменяли. Чтобы ты не потерял своего друга, игра беспокоится о тебе. Она тебе скажет, когда что-то меняют там кто. Так, забираем все награды. 36 есть таких вот бонусов. Это хорошо. Ну что ж, королевская битва, поехали. Поехали, погнали. Так, от третьего, от первого лица вообще пофиг. Друзей пригласить. Форс есть в сети и Ренат. Может, Форс хотя бы. Хотя бы один пусть будет. Я обычно никак не... нигде не говорю, там захожу, я не захожу, потому что тут и так завал. Форс, все зашел, красава, а больше в сети, как видишь, никого и нет. 100 человек, друзья, набились, а мы можем ему сказать привет, но... А в чат можно, да, как написать? Короче, ладно. Тогда играем, братан, с тобой вдвоем. Поехали. Isolated, королевская битва, Force Corps. По-моему... Я такой никнейм уже где-то видел. Мне кажется, я где-то видал уже это дело. Жалко, жалко, что только один был в сети. Но опять же, у всех разное время. Кто-то может зайти, кто-то нет. Поэтому вот как-то вот так. Значит, все. Мы играли уже, опыт был. Привет, братюнь. Здорово, бра. Да-да-да-да-да-да, естественно. Естественно! Я тебя слышать могу, а ты меня слышать не можешь. Так что вот такие вот дела. О, кто-то вертолет взял уже. Кто-то пошел у нас летать. Good luck. Так, все нормально. Все просто замечательно. 40 секунд, пока люди зайдут, пока туда-сюда. Притом, я уже говорил, на телефоне игра смотрится лучше, она смотрится более приятнее, опрятнее, как бы сглаженней. На мониторе там, понятное дело, уже видны как бы огрехи разные. Но это такая, это даже не придирка, это просто констатация факта. Ну так есть и все. Но вряд ли кто-то будет, как я, подключать к телевизору и смотреть это на экране. Здорово, братишка. Шужух-шужух, блядь, вот тебе и шужух-шужух. А где мой бро? Где мой братан? Где Force Corps? Welcome to Battle Royale. Спасибо, и мы как бы не знали, да, что мы в Battle Royale зашли. Уже нихуя не... Это же какой-то на Brawl Stars, наверное, похоже больше, чем на Battle Royale. Идентификатор платформы забрендит кодовое имя при рождении. Глобально совместимые боевые операции. Круто, ну согласись же, реально классно смотрится. Такс, ну что, Форс, давай я за тобой, я могу как-то выбрать. В PUBG вроде бы такая фишка работала. А как здесь, я не знаю. Будем разбираться, будем смотреть. Что по карте?
Карта не шибко большая, так что отметить себя, удалить... Блин, красиво, слушай, по-моему, что-то пофиксили. Братан, ну что, прыгаем? Он, видимо, за мной следует. Я не понял, как это делать, но как-то здесь это работает. Мне нравится. Ну, опять же, как вы знаете, мы не графон-то особо не посматриваем. Да, это приятно. Это приятно, как доп-опция. Вот ты машину берешь, да и хочешь там, чтобы фаршик был, все дела. Но главное же, как машина едет, а не как она фарширована. Вот и здесь. Главное же геймплей, а не то, как оно смотрится. Здорово, братан, я за тобой, побежали. А, он за мной решил. Типа, я к победе приведу, естественно. Смотри, что мы сейчас сделаем. Сейчас мы сделаем с тобой охуенно. Смотри, опа, полетели. Не разбейся, блядь, не разбейся! Отлично. Давай заходим, братан, ищем. Нам нужно оружие с тобой. Я надеюсь... Да, он позади там где-то. Сейчас хоть что-нибудь найдем, если что. Можем прикрыть его жопу. И свою будет чем прикрыть. Вот и первое оружечко. Хорошо. Жилет второго уровня надо, нет? Рядом снаряжение, блядь. Я счастлив! Кто-то забежал. В смысле, блядь? Ты чё тут забыл? Говнюк, ты чё? Релоудинг. Я тебе такой сейчас релоудинг, блядь, сделаю. Так, а где мой бро? Чё-то я братишу не вижу своего. Где братан? Братан, ты где? Чё-то потерялись как-то. Вот, фиолетовое что-то хорошее. Жилет третьего уровня, заебись, блядь. Братан, ты жив? Только не говори, что тебя коцнули. Нет, он вроде бы не лежит еще. Кто-то бегает. Лежать, падла! Что было, блядь? Лежать, собака, ты чего? Куда ты, блядь, побежал? Что это за орелы были у него такие? Что за модный хрен такой? Ну вылазь давай, блядь. Вон он. Enemy down, естественно. Меня форса ранили? Серьезно, братан, бегу. Братиш, ты где? Все, минус. Братюнь, ты жив. Лутай давай, братан, лутай. Кто-то еще бежит. Хуп-хуп-хуп-хуп. Такой, знаешь, звук. А, эти вот кирзовые сапоги у этих бойцов, блядь. Хуп-хуп. Опа. Опа. Опачки. Кто там у нас? Братюнь, я тут бегу-бегу-бегу-бегу. Бля, патронов нет нихуя. Ты чё, серьезно что ли? Как посмотреть? Блядь, не скрипи, стойка. Стойка скрипит, если что. А вот оружие есть, наверное. Мне патроны нужны, у меня нихера нет. Стреляет под... Вот это нормально. Вот это мне нравится. Слушай, а меня, по-моему, нехиленько так ранили, да? Братюнчик, иди сюда, похилься. Ты хилиться планируешь вообще? Алло. А, тебе, видимо, не надо особо. Ладно, все, погнали. Погнали, бро. Кто-то бегает. Ты же слышишь, ты же в наушниках играешь. Кто-то бегает. Кто-то где-то бегает. У меня еще дробовик, дробаш, такое себе удовольствие. На ближней дистанции жопу порвать можно, конечно. Я помню такие ящики, как в Апексе были. Кто-то побежал наверх. Блять! Нихера. Это типа боты, что ли? Как-то для людей туповато ведут себя. Но мне так кажется, что они как-то очень просто себя ведут. Так, отлично. А цель, подожди, у нас... А, зона нормальна. Тихо. Тихо же, спокойно. Может быть, после этой катки кто-то еще зайдет. Было бы неплохо, я был бы только рад. Че, вальнули? Блять, сколько там народа. Блять, у него... У них херовый жилет. Слышишь? Падай, блядь! Да ты охренел, что ли, пес? Блядь! Блядь! Ебо... Где мой братан, бля? Братиш, ты где? Вот ты где, молодец. Че у меня есть? Какой класс, блядь, хилься, дебил! Это я, если что, себе говорю.
Так, нормально все. Там их трое было или двое, там что-то до хера пацанов бегало. Вон он. Вон он, давай, давай, давай. Падай, Бенито, блядь, падай, Сонова бич. Есть, один готов. Братишка, давай второго добивай. Добивай, добивай. Ха-ха-ха, красавчик. Ты просто красавелла, бро. Ты лучший, братан. Все, там еще кто-то есть? Фух, блядь. Адреналин помог. И братан помог. Я слышу, где-то там бегает, по-моему. По-моему, в этом заводе, слышь? Судя по тому, как кирзачи его бахают, наверное, где-то здесь он. Бля, стрёмная херня, я тебе скажу. Checking the enemies. Давай я внутрь зайду, наверное. Checking the enemies сделаю. Где он, блядь? Ха, его здесь нет. Чё-то я не видать. Где он, блядь? Вот это плохо, плохо, плохо дело, блядь. Вон он забежал же в трубу. Лежать, подонок, бля, лежать, собака. Там еще второй был где-то. Охуеть. Восьмерых убили, блядь, за одну катку. Вы че? Это трудно. Это, может, боты? Ну, я не знаю, серьезно. Ну, по крайней мере, удовольствие есть. Удовольствие, как бы, мы получаем за это дело. Мне казалось, что Battle Royale как-то карта побольше была бы в колде. Че, братиш, жив, здоров? А, спасти, давай, 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 давай. Я ж не это самое, не особо шарю, поэтому... Давай, братан, еще похилимся. Сейчас все будет нормально. Просто верь в меня. Все будет заебись. Кто-то бежит. Кто-то где-то губ-губ-губ, блядь, слышно же. Ах, так, 40 секунд до ревайва. То есть надо продержаться и потом уже ревайвиться. Вон там что-то упало. Да не скрипи ты, стой, блядь. Вот тут кто-то бегает. Да я понял, 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 понял. Вон он. Вон он, блядь. Куда собрался? Он либо там выйдет, либо здесь. Ай, ты твою ты мать. Блядь, нет боеприпасов, все резли. Вот это плохо. На, сука, последний. Давай, братан, жги. Жги, жги, жги. Ебануться. Вот это весело. Вот это веселуха. Так, ладно. О, бро. Бро, бегу, 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 братан, бегу. Так, куда ж ты ползешь-то? Да я тебя похилю. Вот ты не хочешь, чтобы тебя хилил? Лежать, петушарфик, блядь. Давай. Хелп, хелп, естественно. Блядь, так... Тихо. Живи, бро. Все, красава, красава. Так, давай возьмем, наверное, что-то другое, чем постреляться можно было. Хоть какие-то патрики же есть. Вот, шикарно. Так, ревайвный этот вертик-то прилетел уже, и... Надо бы, наверное, искать себе... Блять, вон он. Ты охренел, что ли? Нормально. 11 убийств, блять. Ты машина просто. Кто-то бежит. О, вот и дрон появился. Все, адреналинчика бахнули, жить можно. Фу, так, давай эту перезарядим пукалку пока. Так, забираем. Вот это я хочу взять. Я не знаю, что это, но мне кажется, это смертоносная херня. Она порвет жопу при желании практически любому здесь. Так, Форс, куда нам надо? Нам же куда-то надо. 11 смертей, охренеть. 36 человек еще осталось? Очень сомневаюсь, что тут бегает 36 человек.
Так, ну, судя по карте, да, как бы все тут. Все рядышком. Ты думаешь, на улице? Давай посмотрим, тут есть тачка. Может, нам прокат... Блядь! Куда, блядь, ты стал, придурок, сука? Ты чё? Алло! Я не понял, почему он залез на эту машину. Какого перепуга-то? Готово. Я притом не могу отсюда слезть, ты понимаешь? Чё за санина-то, а? Ур-вур, блядь. Ладно. Так, братан, давай лутанем, может, что-то полезное есть. Рукоятки, прикладики. Нахватали всего, чего надо было. Да не скрипи ты, мать твою. Я надо смазать. Фу, так, он нам пометил, что так, рейс подкрепления, что-то куда-то туда. Сейчас побежим, посмотрим. Кто-то бегает. А, это Форс, что ты там прыгаешь? Братиш, не пугай так. Так, судя по тому, что я вижу, нам куда-то вот сюда. Вот тут чё? Что-то полезное, видимо. Но мы снарядились как бы нормально. То есть оружие есть, все нормально, живы-здоровы, слава богу. 30-сяк. Давай, 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 в темпе. Я бы не против, конечно, занять топ-1. Это было бы очень хорошо. А, это моя метка, что ли, был? Я реально уже путаюсь, блядь. Моя, не моя. В смысле? Блядь, по нему, по-моему, стреляют. Ты издеваешься, что ли? Рейд подкрепления вылетел. Я не успею тебя спасти, братан. Хотя, может, и попробую. Зомби на подходе? Блядь, нам еще зомби не хватало. Бро, ты что там делаешь? Ты живой, братиш? А, это зомбяха на него напала? Нихера! Давай, 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 в темпе! Погнали нахуй отсюда! Все. Давай, братан, быстрей. Нам в любом случае надо сваливать. Я думаю, кого он там стреляет? Кто его там коцает? Enemy is here, я понял. Я тебя прекрасно понял. Где там enemy? Где там here, а где там enemy? Вот это можно сесть, наверное. Вот в это можно сесть наверняка и, наверное, проехаться было бы, да? Поехали, бро. Где ты? Где ты есть? Садись. Поехали. Кто-то бежит, блядь. Стреляй, хули ты стал, ты идиот, блядь. Что ж у меня персонаж-то так тупит, а? Там второй, по-моему, за ним сразу... Ну? А вторая пушка быстро, 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 блядь! Готово. Еба! Плохо дело. Пошли вон, сучки. Все. Блядь, и мы это вальнули. Ну я как смог, конечно, отстрелялся. А зомбях это тут будет, да? Зомбяшки здесь будет до пиздышки. Фу, так, место я себе выбрал. Безопасная зона уменьшится через 10 секунд. А, давай похилимся. Хилься давай, хоть чем-нибудь. Давай, 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 юзай. Так, пошла, родная, чувствую, уже стреляются. Кто-то бежит. Лежать, сука. Если это боты, ну как-то слишком просто все. Че у тебя есть? О, у тебя тут нормально так. Запасливый, смотрю. В этой игре шаги сделали, ну прям реально. В кирзачах они бегают, слышно, очень сильно. Давай повыше, наверное, заберемся. Есть прицел, хорошо. По крайней мере, с таким прицелом будет не страшно. Я пока никого не вижу. Сколько там? 5 человек осталось.
стали самые сильные. Я как на ладони, бля. Я сижу как на ладони. Так, при полном здоровье адреналина тебе не нужно. Вон, вижу. Ты издеваешься, что ли, санина? Все, 16 убитых. Но это явно не предел возможностей. Пока сидим. Пока нормально. Судя по звуку, где-то тут. Блять! Бивай, бивай, давай! Вы близки к победе. Спасибо. Готово. Чего у тебя там есть? Да неплохо пацан так подзатарился. Подожди, один остался. Я и еще кто-то. Ну что, ублюдок. Это у нас один на один. Он же слышал, наверное, где стреляли, да? Где он, блядь? Где-то с оптикой, точно тебе говорю. Ай. Звук вообще работает? Звук вроде работает. Я вообще ни хера не слышу. Херово дело. Я его не вижу. Давай за этим камешком сядем. Сзади вряд ли. Вон он. Есть! Красава! Вот это было хорошо. Вот это заебись, блядь, поиграли. Вот это мне понравилось. Фух. Чикен-чикен. Нет, как там? Winner-winner, chicken-dinner. Что-то такое, помню, было в PUBG. И здесь тоже приятно. Если это же боты, все равно как бы душевно приятно. Ты поиграл, удовольствие получил. Вдвойне было бы круто, если бы, конечно, были бы люди. Но это там наверняка были люди, точно. Так, новичок, мы сразу поднимаемся левелом выше, мы вообще красавчики, и здесь как бы ничего не поделаешь. Заработанный рейтинг. Нажмите, чтобы продолжить. Куча опыта, ништячки. Так, уровень 12, хорошо. Сразу апнули 2 левела себе. На изи. Я не знаю, Форс вроде как в друзьях был, вряд ли это бот. Но почему-то братан никого не убил. Так, вот, смотри, сколько друзей сразу. Вот и подоспели уже люди. Я думаю, что мы оставим уже на следующую катку. Да, вы хотите выйти из комнаты? Хочу. Следующие каточки попробуем, поэтому добавляйтесь. Кого смогу, я добавлю. Это была Call of Duty Mobile. Всего хорошего, пока-пока.